Все, я возьму на АП. Мне возьми вортом на ХП банки тоже достань. На СПД кто-нибудь тоже возьмет. Женек, у тебя квесты-то не сделаны еще? Просто СПД мы снаружи сегодня. Не перезагружу. А, у меня попустило. Думал, блядь, повисло. А, слышишь, а я, короче, что я не могу взять? Последний не могу. Ну, будет, если вдруг повезет, если звезды сойдутся, если я займусь вторым рейдом. Я налажу сделание шемов на любого твинка. Бля, слышите, перекиньте кто-то с ГМ ячейки в ячейку ассист, блядь, сетку, на 100 силы титана. Я не могу уже, типа... А надо оно нам на обычку? Ну, не знаю. Да раздавай вообще, блядь, раздавай. Я просто взял вот эти вот, короче, просто я перекиньте. Взял на ХП. Я взял на ХП. Одну, да? Так я тогда их положу обратно. Я перекинул. Егор, я перекинул, Егор. На, короче, положишь вон там ГБ лежит. Давай, я положу, короче, и... Так, кто там у нас? Танк, давайте я вам банки на ХП выдам. Не надо, что давать. Все, короче, АП вот к ханту. Фу, давай. Давай 30, я ж человек не гордый. Он ухода пошел. Выше поднимайте, потому что сюда не влезает пыль. У меня только АП или Теретрик. А все позади нет. Что, 24, да, пулять будем? Что там, все в 10? Доберите меня, стрижа. Плюс они. Так у нас места для гламура не будет. Если вы добрали. Я гламуру уступлю. Ну и получается замена есть, нахуй, охуеть, на втором рейде. Это ж хорошо. У кого пиликает в натуре? Короче, это фласки РД у кого? СПД у меня. Марк. Фласки получается у Бетика, это альфа-тестер, где он там? Альфа-тестера берите нет. Банки, СПДшные. Луна, блядь, берите у него банки. И ДДшные у кого? Стрелет, кто-то брал ДДшные? Да, Егор. Егор, ты тут? Он же сказал, он пишет. Когда ты на меня поставил? У меня нету банок. Так ты сказал, типа, ну, у тебя банки. Я ничего не говорил, тебя послышал. Я даже брать их не могу с ГБ. Это Марухич сказал, что у меня... Я у Марухича брал. А, значит, у Луны вон, Луна поменял. Это... У тебя ДД... Короче, Марухич, бери ДД и РД, раздавай все банки. Ребать. Рыбу доставай тоже, все будешь ты ставить. Все, мажьтесь, пейте банки. Масло. Да, да, да. Ставьте рыбу и поехали. О, пристабаф, лапу, всю хуйню забафайте и полетели. А кого добрали? Че кто убрать последний? Стрелька кто? Вон. Стреля. Он тут. Короче, стреля и Егор. Егор, ты тут? Алло. Пуги со своими. Да и пуган можешь дать, типа, ебать, мы нролим, блядь, тут все, что есть, нахуй, в этом рейде, ну, типа, в бое. Че там, рыбу поставьте? Чтобы жрали, пока вы там бегаете. Где Марусич, не могу найти. На АФК, короче, еще раз ебану, мне просто надо здесь... Егор, ты тут? Луна прыгает, шаман. Егор, тут. Егор, ты, у тебя микрофон сломался или ты куришь, ну? Короче, я взял рыбу, еще поставлю. Вот поставил рыбу, ешьте. Рыбу ебашь? И это, Егор, короче, стреля, вы на шипах в стороне бегаете.
Потом, короче, Буаз поставь тоже на всякий случай портал, если вдвох, ну, закинуть шипы мне, чтобы ты максимально быстро вышел. Алло. Егор, ты на шипах в стороне. Угу, я слева в стороне. МТшит у нас получается госпожа на него на пул, ЛТшит фрипо и агрессив. Шипы сливаете максимально быстро, если лужа пошла через рейд, то, соответственно, влево-право сдвигаетесь под боссом. Чек на пул. Все, двигаем пул и полетели нахуй. Только не тупите, Максим, бежите с танками бежите, чтобы лужа пошла сразу в хантов. Все, под босса стали красиво, ровно. Блять, я не спекнулся, я конченый пиздец. В чё ты не спекнулся? Да я ванхолик, нахуй. Да похуй, не убьёт. Так, минус кролл одному уже вижу, блять. По сколько даём, по минус 20? Я записываю. Да, да. А он пук или он с гильдии? С гильдии. Неважно вообще, без разницы. Чего умрёте? Сорвали огром. Шип на ханте. Разверни, зашли все уже плохо, зашли уже быстро все. Разверни босса. У нас три на пула, блядь, три на пула даем, скажу, вы че, ну угораете или че нахуй? За гром смотрим своим. Умирайте быстрее, максимально быстро, ребафаемся и пулим. А у меня то ли аддон перестал работать, то ли на пула не было вообще. Я только один на пул видел. Не видел от кого, но один на пул видел. Я дал на пул. А, вот. Рокель, Капанил дал. Да были на пула, не надо. Там либо танк, ну сука, раз, либо ДК аккаунтом сагрил. Заходите, резайтесь, пошли сразу. Там руку, да. Какой-то галочки у меня в чате не хватает. Похуй на этого лока нас там придет головой. У кого, сука, это щелкает параша, вот это, блядь? Какая? Ну вот это тудун, тудун. Выходит, блядь. Так оно... это кто-то заходит, выходит, оно у всех щелкает, не только... Не-не, у меня никогда не... Громко-то стало, да? У меня не щелкает никогда эта хуйня. Это просто у кого-то активация голосом, и она щелкает. О, вот это у кого щелкнуло сейчас? Моб, блядь, а кто моб еще ну-то запулил, вы чё? Смотрите, моб там аккуратно. Не запульте его. Кто еще ливнул? А, холи пал ливнул, который не хилит, да? Нормально. Ладно, похуй, сейчас заберу. Ой, блядь, меня тут эта хуйня бесит, боже. Чё за люди нахуй играют в эту игру? Пришли, короче, типа, получается, хуёво спулили, все, блядь, посыпались. Додики. Ну, я не понимаю, в чем проблема. ЕП зареет мало, блядь. Блядь. Ой, я не могу удержаться, нахуй, я противный. Я, короче, я за второй рейд получаю фул, потому что меня в первом не бывает, я только воскресенье надежда мать. Или, ну, 8 боссов убиваешь, уже. Нет, видишь, а сколько? Давайте так. Зельды, есть кто там с Зельды, кто не в рейде вообще? Кто там не в рейде? Есть какие? Ну, главное, сейчас придет. О, хант какой-то, чё он, блядь? Пошли. Бля, опять хант, слышишь? Пояс мой, ханты, блядь. У него ЕП нету на пояс, нахуй. Стрелись. У него, блядь, у него сейчас сколько? И что, я буду 5000 3 плюс 6. У него 9 часов вечера уже. Не буду. У кого 9 часов вечера? Ну, когда ты ханта хочешь спросить. Да мне все равно спокойно вечера, если честно. Я вон ночью ебашу и похуй. Бля, 3 часа пока. 3 часа дня.
Ставь шкаф с молива. Мургвы какой-то. Не знаю. Собственно. Ебать мы жесткие, нахуй. 3 часа мы только собрались, ебать. Жесткие, мол, не знаю, мы собрались, но я не знаю, чем. Если бы я не пришел, вы все, наверное, собрались. Рыбу ставь. Тут был суд, понял. Рыбу ставь. Мы бы просто беседовали. Лапайте. Димаш, я рыбу увезу. Женя, включи агробат, не забудь. Андрей, лапу бафните, друзья, пожалуйста. Скибидя, ты не забыл реально бафнуть ее? Чего? Ты не забыл ее бафнуть? Ну, ага. Говоришь, вообще не понимаю, слышу тебя. Агр, баф свой. Пульте, блядь, на слове. Слышите? На единичке не пульте. Люди припоты пьют, пожалуйста. Пульте на пульт. Все, двигаем пул, короче, бежим вместе с танками. И сразу за спину становится. Женя, ставим зелдочку, Женя. Да от чего я умираю, не пойму. Ну ты заходишь, ты тут босс, наверное, я хуй его знаю. Рядом с тобой я стою. Ну так ты не должен здесь стоять, минус 40 ровно. Рихс, это ты говоришь? Да. Так а нахуй ты там стоишь под лицом? Все, потом объясни уже, короче. Ну сейчас, видите, босса шипы убивают максимально быстро. Минус 40 ровно буду двигаться. Ты вчера сказали, что это заявил как раз там. Шипы. Все, смотрим аккуратно, кто умеет дамажить, тот дамажит, кто не шарит, блядь, стойте, кайзите, ебаный лужа. Смотрите, лужа аккуратно, не просаживайте село в лишний раз, нахуй, в лужах не стойте, блядь. Отошли, подъебалось, подъебало, ушли сразу, служ вышли, за спину встали аккуратно, скажу противно, щиток на себя найти, Женя. Ой-ой-ой, шип сбейте с конта быстрее. Шипы на конту шип, РДшники сбили сразу же. Лужи, смотрите, аккуратно, там рядышком с вами, не зона. Конта просил, припу просил. Шипы Мелизона. На пулу еще госпожу отдайте. Вихрь, приготовьтесь, короче, скоро после шипов. И этот, блядь, агрессив мосты, сдашь на вихрь этот? Я понял, знаешь, Женя, дашь ты мосты. Жень, мосты давай. Сейчас заебал он бегать, блядь. Смотрите, аккуратно, лучше не стойте, не напоминайте село в лишний раз, блядь. Ждёте вы его так, блядь. Я пришел, фу. Все, за спину заходите, ну сейчас их раз лучше, 25-й. Подъебал не подходите, подъебал им клир. На танк и зелдочку стали. Лужа, Женя, лужа, двигайся, ладно, блядь. Агрессив к нам. Шипы. Bone spike cast. Шипы. На этот каст, короче, этот агрессив дашь на сейв. Ты должен вытащить его.
Куда ты опять его давал, блин? Да прям он просто когда его прожал. Эма, короче, на лед отдайте. И если хпал, есть мастэв, отдайте мастэв, то посмотрите, не умрите, отмените его сразу. Нажмите, отмените. Ну, пошали, блядь. Лужах опять не стойте, урон не лутайте. Агрессивность еще в звездочку ориентируется. За спину стали максимально быстро. Движение лужа. Все, добиваем головну. Идем, если что, ребята, ну стоп, вообще не останавливаемся, не где, блядь. Так, Андрюх, я нужен, нет? Да. Все, я загружаюсь тогда. А, какой КВ в 25-ке? Чума. Агрессив, остаешься в танке, когда не спекаешься. Не шаманом или друлем? Шаманом. Я не раз слышал, я спекаюсь? Не, танки не спекаются, никто нас.